Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мне попался хороший кусочек свежего времени. Не заморозка, а обалденное, свежайшее. Пахнет шикарно. Я его приготовлю. Самое первое, его нужно помыть и замочить в водичке, для того, чтобы из него ушла кровь и молоко, если там такое было. Вымя я вымочил за 1 час. Оно стало вот такое красивое. Вода была практически чистая, без всяких примесей. И теперь я заливаю кипятком. Вода фильтрованная. Вот так, немножко, чтобы самый вкус не вываривать. Вымя закипит, я его буду варить до готовности. Сколько, я потом вам скажу. Вымя уже полностью сварилось. Вот такой красивенький бульончик. Пахнет очень нежно. Варилось вымя у меня не меньше 4 часов. 4 или 5 часиков. Оно не то чтобы варилось так, еле-еле томилось при закрытой крышечке на очень медленном огоньке. Из такого большого плоского куска вымя превратилось вот в такой красиво оформленный кусище мяса. Как удивительно, опять звучит сирена. В прошлом видео было и в этом. Теперь я это вымя попытаюсь разрезать. Очень вкусно пахнет. Класс. Так и хочется его скушать уже. Думаю, что мне очень повезло с кусочком вымени. Хороший кусочек. Немного черного перца. Соль я сразу смешаю с черным перчиком и посыплю вымя. Хотел вам показать, какой аромат. Аромат вообще божественный. Свежемолотый черный перчик. Настолько приятно пахнет. Лучше всего раскрывается вкус вымени, если его обжаривать на вкусном сливочном масле. Вот такое. А я буду панировать вымя в муке. Можно это делать в мелких сухарях. Ну, сухарей у меня отсутствует, поэтому все будет по-простому в муке. Здесь главное, чтобы мука не горела и вкус приобретал такой легкий ореховый оттенок. Поэтому температура высокая не нужна. Это сливочное масло. Оно не любит высокой температуры. Еще с одной стороны горяченькие, только-только поджарились. Вот такие с румяной корочкой. Пахнет именно действительно, пахнет хорошим, вкусным сливочным маслом. Легкие нотки ореха. Ну, кто хочет узнать, какое же это вымя на вкус и стоит ли его готовить? Я его готовлю часто, а те, кто не знает, сейчас я вам расскажу. Мягенькое, очень вкусное, но именно то, что это на сливочном масле. Классно. Очень интересное. Друзья, вымя очень интересное, очень нежное, вкусное. Главное его хорошо сварить, чтобы оно было мягенькое, а потом слегка его в сливочном масле и будет вообще бомбейское. Если вам понравился мой рецепт, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.